Добрый-добрый день! Я Дмитрий Федоров на КХЛ ТВ «Северное дерби» Йокерит СКА. Шайбой Плотников, который сегодня играет с Комской Ранкой, и Дергачевым. Бросает Плотников. Добивание и счет в матче открыт. Дергачев! Тренеры СКА на стартовое вбрасывание выпустили не звено Дацука, а звено Коски Ранты, и угадали. Отличное тренерское решение, которое приводит к взятию ворот. Доели атаку гости. Сегодня практически аншлаг. Есть определенные сложности с посещаемостью у Йокерита, несмотря на то, что команда лидировала в конференции. И шайба залетает в ворота с невероятного угла. Лаури Марьямеки как-то нужно приводить в порядок свою команду ментально. Потому что 2-0 в самом начале встречи – это оплеуха. Квалифицированная игра капитана команды. Снова Дацук. Передача. И Якупов забивает в день рождения. 25 лет. День рождения не грустный праздник, а веселый и весело в Хельсинки. Потому что завязывается потасовка. Снова Урицыным счет у Якупова. И все это перерастает в драку. Закрывается Якупов. Только что он забросил шайбу. Конечно, зло берет Лаурицына. А мы смотрим повтор. Гусев на Дацука. Дацук простреливает, подставляет клюшку Якупов. Запоздалая агрессивная реакция Лаурицына, которому не понравилось, как вел себя до вбрасывания Якупов и как вел себя после заброшенной шайбы. Неприятно в день рождения получать по лицу. И солидное большинство, можно улучшать статистику петербуржцам, и можно добиваться победы с крупным счетом. 4-0. Херсли прислушался к моим словам про улучшение статистики, про снятие всех вопросов о победителе в данной конкретной встрече. В предыдущей встрече с Йокеритом забил очень важную шайбу. Гусев подает на синюю. Якупов полон желания мстить. 5-0. Две шайбы забивает Якупов в день своего рождения. И размочил 65-й номер Калнича. Латышский вратарь пропускает фактически сразу после выхода на лед. Успел сделать пару спасений. И тут ничего не мог противопоставить Якупова, который прицелился. Имел время для того, чтобы прицелиться. И послал шайбу очень точно в ворот. И улучшает свои статистические показатели. 5-0. И может сейчас шайба побывать в воротах СКА. Антила на перехвате. В меньшинстве забивает ворота Хельберга. Ликуют трибуны. Вот что не получилось сделать в большинстве и в равных составах. Удалось при недокомплекте. Помните, я вспоминал, что совсем недавно Йокерит Словену забивал в меньшинстве. Умеет огрызнуться финская команда, когда действует в меньшинстве. Это уже третья шайба в меньшинстве шутков.
так было отпустить шайбу далековато от себя. И шайба залетает в ворота. Вот так. Таверного разыгрывали шуты, и Лепестё зарядил. Хорошая сегодня дуэль защитников. Лепестё и Керсли. Оба забросили по шайбе, на Керсли еще и классно ассистировал партнера. Конечно, хотят партнеры снабдить хет-триком на Илье Якупова. Он две шайбы уже забросил. И шайба залетает в ворота, но не от Наиля Якупова, а от Херсли. Защитника по системе Go Plus Pass уже 18 набранных очков.